Божьи слова на каждый день. Так вот, вы должны стремиться к тому, чтобы стать людьми Божьими, должны приступить к всецелому вступлению на правильный путь. Быть людьми Божьими означает войти в период Царства. Сегодня вы полноправно начинаете совершать вхождение в обучение Царства, и ваша жизнь в будущем должна перестать быть нерадивой и небрежной, какой она была прежде. С помощью подобной жизни невозможно добиться стандартов, требуемых Богом. Если ты не ощущаешь никакой настоятельной необходимости, то это свидетельствует о том, что у тебя нет желания совершенствоваться, что твое стремление сумбурно и беспорядочно, а сам ты не способен исполнять Божью волю. Совершить вхождение в обучение Царства означает начать вести жизнь людей Божьих. Готов ли ты согласиться с таким обучением? Готов ли ты почувствовать ощущение безотлагательности? Готов ли ты жить в подчинении дисциплине Божьей? Готов ли ты жить в соответствии с обличением Божьим? Когда на тебя сойдут слова Божьи и подвергнут тебя испытанию, как ты поступишь? И что ты будешь делать, сталкиваясь с самыми разными событиями? В прошлом ты был сосредоточен не на жизни. В настоящем ты должен совершить вхождение в реальность жизни и стремиться к изменениям в характере своей жизни. Это то, чего людям Царства необходимо достичь. У всех тех, кто является людьми Божьими, должна быть жизнь. Они должны принять обучение Царства, должны стремиться к изменениям в характере своей жизни. Это то, чего требует Бог от людей Царства. Божьи требования к людям Царства выглядят следующим образом. 1. Они должны принимать Божьи поручения. Иными словами, они должны признавать все слова, произнесенные в процессе Божьего труда периода последних дней. 2. Они должны совершить вхождение в обучение Царства. 3. Они должны стремиться к тому, чтобы Бог коснулся их сердец. Когда твое сердце полностью обращено к Богу, когда у тебя нормальная духовная жизнь, ты будешь жить в царстве свободы, что означает, что ты будешь жить под защитой Божьей любви, пользуясь ее заботой. Только живя под защитой Бога и на Его попечении, ты будешь принадлежать Богу. 4. Они должны быть обретены Богом. 5. Они должны стать воплощением Божьей славы на земле. Эти 5 пунктов являются моими для вас поручениями. Мои слова обращены к людям Божьим, и если ты не готов согласиться с этими поручениями, я не стану тебя заставлять. Но если ты искренне согласишься с ними, в таком случае ты сможешь выполнить Божью волю. Сегодня вы приступаете к тому, чтобы признать Божьи поручения и стремиться стать людьми Царства, чтобы добиться тех стандартов, которые требуются для того, чтобы быть людьми Царства. Это первый шаг вхождения. Если ты желаешь выполнить Божью волю полностью, тогда ты должен согласиться с этими 5 поручениями. И если ты способен успешно их выполнить, ты будешь по сердцу Божьему. И Бог непременно сделает так, чтобы от тебя была большая польза. Что на сегодняшний день имеет критически важное значение, так это вхождение в обучение Царства.
Вхождение в обучение царства затрагивает духовную жизнь. Ранее речь о духовной жизни не шла, но сегодня, в то время как ты приступаешь ко вхождению в обучение царства, ты полноправно входишь в духовную жизнь.